не хватает веса. Я тюнингован, я в обвесах. Больше свега, меньше стресса. Больше кайфа от процесса. Мой флоу для повышения теста. Листья в сумке, не хватает места. Некуда складывать, мне нужна бездна. Черные карты, черный ультима, мой бак, не эконом. У меня не бинта, а целый галлон. Шею тянет в ад мой металлолом. Притягивает домой радикалон. Ультима, мой бак, не эконом. У меня не бинта, а целый галлон. Шо? Ты хочешь дыма от мяса, я бешеный. Подойди ближе, давай без одежды. Общайся как Хоу, общайся как Стрэндж. Не напрягая, пойму тебя, женщина. Я не страдаю, а поднимаю. Рубль, манаты, тенге сливаю. На брата, на банду, на маму, на суку. На шмотки, в культуру и все забываю. Здорово, пи***ки. Ох, ну что, теперь я похож на лесбиянку. Нет, я объяснюсь. Да, скорее всего, многие скажут, что, блядь, чувак, нахуя праймовая прическа была. Но меня она заебала, меня заебало, что мне вот эти крашеные волосы, они настолько пересохли, что мне, сука, на расческу, она вот так оставалась там, и все, она пломбировалась. И я так скажу, да, теперь я похож на пи***ца, да, я похож теперь на лесбиянку, я похож теперь на девочку. Но подождите, я еще сейчас нахуй килограмм 10 вздую и буду как Андрей Петров выглядеть. Хотите? Будем. Хотите, если значит будет. Поймите меня правильно тоже. Чокобой теперь ли я? Да. Я, если что, задаю тренды. Вот запомните, помяните мое слово, скоро. Вот сейчас Саня секс-бомба подстрижется, все остальные начнут подстригаться. Вот вы помяните, я трендсеттер. Трендсеттер. Знаете, что такое трендсеттер? Тот, кто тренды придумывает, задает их. Я трендсеттер. Сейчас все подстригутся и будут такие: о, блядь, а Мафанька-то оказывается не дура. Мафаня-то оказывается, блядь, трендсеттер. Мафаня новый участник Вайпер. Сексуальный. Спасибо большое, очень приятно. Очень-очень-очень-очень приятно. Главный фанат Кая Ангела. А я себе брови нахуй захуярю еще. А мне, знаете что? Во-первых, главное, чтобы мне нравилось, понятно? Мне так нравится. Я так чувствую себя свободнее. Вот. Ничего нет больше. Все. Все чистенько. Лого Найка на лобке выбри. Ты хуй себе в жопу тоже засунь. Я не понимаю, в чем вообще ваше негодование. Подождите, мне Коля Леда пишет, что случилось? Да, родненький мой, что случилось? Просто сейчас стримчик по чат-рулеточке, вот отвлекся. Что случилось? Я приеду. Хорошо, если что, заезжай. Давай, куда? Новосибирск, Барнаул, Челябинск, Тюмень, ЕКБ, Уфа, Самара. Так, Самара я был, Нижний Новгород я был, Калининград я был. Кстати, Калининград я был. Чё ближайший? 13 ноября. Братишка, я в Новосибирск хочу. Хочу Екатеринбург. Хочу Ростов-на-Дону. Вот так, вот давайте я приеду. Братишка, я буду, впиши меня заранее. Так, Николай Леда анонсировал очередной какой-то первый свой тур. Там Новосибирск, Барнаул, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Самара, Казань, Саратов, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Пермь. Я приеду в Новосиб, Екатеринбург и Ростов. Бля, не был в Ростове, бля, был в Новосибирске. Коля меня очень зовет в Калининград. Чё, куда едем, блядь? Куда ехать? Прошу в Челябинск. Теперь ты выглядишь на 15. Да, это здорово, потому что я всегда моложусь. Вот, смотрите, я примерно с такой прической ходил, когда меня забанили полгода назад. Я полгода не стригся.
Сейчас полгода прошло, меня должны разбанить, и я опять с такой же прической. Люди вообще такие, типа, бро, ты где? Ты как будто и не уходил, мы как будто тебя здесь и видели все это время. На СМХ Воронеж. Не, ну в ноябре, вон, Коля, да, зовет, типа, на какие-то концерты, вот поэтому пойдем жестко стримить концерты Коли. Как помните, с чего все началось, как тур его начался вообще? Умоляю тебя, расцелую в челябу. Ладно, подумаю насчет городов. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сделаю потом в ТГ. Короче, я сделаю в ТГ опрос. Три города по наиболее количеству голосов, туда я пойду. Ну, вы поняли, мне сейчас сложно формулировать. Я недавно проснулся, еще сходил подстригся. Для меня это большой стресс. Я интроверт, я социофоб. Меня стриг сегодня азербайджанец. Меня сегодня стригли в жопу.